Это очень короткое видео, просто по дополнительным возможностям. Как раз для тех людей, кто приобрел карту стандарт, обычно ее приобретают короткую. Ну, конечно, каждый человек хочет немножко сэкономить, что абсолютно нормальное явление, особенно сейчас. Вот. И приобретает обычно короткий 150-мм стандарт, потому что все-таки петли, установка петель довольно актуальная, да? Нет ни одного изделия без петли. И там уже по вкусу приобретает либо микс, либо плюкс побольше. Но 600-мм лезвие неудобно применять, например, для сборки ящиков. Да? Вот такое лезвие удобно. Но если у вас нет, и чтобы не покупать, вот можете стандарт приспособить. Единственное, что я хотел бы оговорку сделать, это не официальная рекомендация, да, от системы Ассистент. Это я вот говорю вам вслух, что это возможно, вот. А перестраховываюсь только потому, что бывает, кто-то где-то что-то не дотянул, и все-таки ваш упор немножечко уходит, сбивается настройка, и потом я получаю определенные письма. Вот люди говорят, что вы говорили, что так можно, а у меня не получается. Вставляем кнопочку, да, нашу одну и вторую. Сдвигаем наш шаблон, упор плюс до упора. Я уже там протекторы сделал на винтах и затягиваем. Как вы видите, я специально сдвигаю, я сейчас не боюсь ранить лезвие, потому что у меня там прокладка. Вот. Я в одном из видео показывал. И, собственно, пожалуйста, можем собирать ящики. К сожалению, диапазон у карты стандарт не очень большой, потому что у него от центра сдвигается в одну сторону, в эту, да, упор плюс, не больше. Если это микс или плюс, то, естественно, у нас диапазон намного больше регулировок. Но определенные вещи все равно можно найти. То есть чуть-чуть больше толщина материала, если вы работаете, где-то какие-то специфические моменты, пожалуйста. На этот упор не обращаем внимания, это его так символически поставил. Лучше пользоваться упорным башмаком стандартным. Вот. Либо таким упором, как ограничитель, если вы что-то хотите там попробовать поймать, да, какой-то размер. Кстати, фасады можно на тандембокс устанавливать, вполне хватает регулировки. И другие фасады тоже вполне возможны с этой карты. И что касаемо самого упора сдвижного, да, то лучше либо с винтом использовать, как я использую, либо, повторюсь, опять же, просто с упорным башмаком. Вот, то есть какие-то регулировки будут нам доступны, но не очень много. Вот такие дела. Всем привет. Спасибо за внимание.